Вот уже почти 40 лет Фарид Абдуллин из села Новый Мостяк Старокулакинского района в преддверии Нового года примеряет на себя роль Деда Мороза, или, говоря по-татарски, Кыш-Бабая. Даже будучи заведующим местного дома культуры, он всегда готов вжиться в роль сказочного героя. Помогает ему в этом музыка. Деда Мороза из Нового Мостяка выделяет то, что кроме мешка с подарками и посоха он обязательно берет с собой баян. Я с детства мечтал научиться играть на гармошке, на баяне. Вот и мечта у меня сбылась. Репертуар у Фарида Абдуллина очень большой. От протяжных татарских песен до веселых частушек. Естественно, есть место и новогодним песням. Дед Мороз может сыграть хоть «В лесу родилась елочка», хоть «Татарскую новогоднюю». Как у любого Деда Мороза, у татарского тоже есть спутница. Татарскую Снегурочку зовут Каркызы, морозная дочка. Обычно дуэт Фариду Абдуллину составляет кто-то из односельчанок. Но так как ради нас он выбрался в Старую Кулатку, то его внучка ему определили районную Каркызы номер один. Лейсан Хасанова. В обычной жизни она замдиректора Старокулакинского РДК. Но вот уже третий год берет на себя роль Снегурочки. Иногда узнает, свои же узнает, допустим, родственники также среди детей и родственники есть, и они узнают, допустим, шепчутся между собой, хихикают, и все равно им весело, радостно. Все-таки волшебный праздник, Новый год раз в году, и они этого ждут. Кстати, даже если татарская Снегурочка наряжена как обычная, отличить ее можно по одной детали. Каркызы носит не валенки, а традиционные сапожки с замысловатым орнаментом. У себя в Новом Мостяке Фарид Абдуллин уже давно завел традицию наряжаться в Деда Мороза за несколько дней до Нового года и обходить дома односельчан под звуки баяна. В Старой Кулатке мы на такой обход не решились. Однако по улицам и магазинам райцентра прогулялись. Местные жители были в восторге от Деда Мороза-баяниста. За то, что Новый год в Новом Мостяке будет веселым, можно не беспокоиться. Местный Кыш-Бабай точно постарается. Желаем, чтобы таким же он был и для всех нас, несмотря на все невзгоды 2020-го. Яңа йыл белән!